Макет кремневого пистолета от Денникс. Интернет-магазин «Попади в десятку». Этот пистолет выполнен из обработанного дерева и металла, на котором выполнена гравировка. Это не стреляющий макет, он не является оружием, даже игрушечным. Металлические части этой модели выполнены в сером цвете. На рукояти здесь есть металлическая набойка. Она помогала в том случае, когда после выстрела пистолет становился из огнестрельного оружия ударно-дробящим. Бутафорский шомпол здесь металлический, но вытащить его нельзя. Главная особенность этого пистолета – это имитация выстрела. Для этого нужно оттянуть на себя курок и опустить огниво. При выстреле зажатый в курке кремень ударялся об огниво и высекалась искра, которая поджигала пороховой заряд. Весит модель 610 граммов, а ее длина 355 миллиметров. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.